Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Продолжаем играть Total War Rim 2. И тут у нас... Кто такой? Опять же, куча бунтов. Куча... Минус 10, общественный порядок. Плевать. Пища. Это подождет. Так, строительство. Едер. Едеребун, да? Куда ты шел? Ты шел. Сбежал. Понимаю, что он 99. Так. Что тут у меня нет? Вот это. Так, 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 так. Восстание рабов. Лептис Магна я, по-моему, только что построил. Да. И римская деревня. Арса Масата. Кто такие? Сыны амазонок. Так, со строительством все, агент задержан. Угу. Наемное убийство, удар в спину, пробуй. Ранили нашего агента. Новая особенность. Ух ты. Квинт Серторий. Ничего страшного. Опять же, бунтовщиков. Уничтожаем. Третий ранг получил. Все это до такой степени. Так, что это? Авторитет плюс 2. Хитрость, рвение. Нет, это полководец у нас, так что... Дальше. Население в гневе. В Африке. Почему? Население в гневе Цизальпинской Галлии. Восстание. Едер. Только что подавили, да? Да. Восстание. Генуя. Только что подавили. Восстание в Анкире. Там есть у нас армия. Это они. Галаты мятежники. Демонстрация силы. Ну, пусть будет. Прокачаем чуть его. Так, сломить, самое время нанести удар. Только я не знаю, откуда я этот удар нанесу. Ладно. Смотрим теперь по армиям. Что делаешь ты? Это кто? Это наши вассалы, да? Так, ты идешь в город. Ты. Ты идешь в этот город. It is
Так, а кто это такие? Рабы. Не будем этого делать. 96. Что ты нам можешь? Так, шанс ранить раз. Это не то. Это что такое? Как полководец, да? Отлично. Так, и давай-ка в Тапсос на ремонт. Весь наш флот с это вот сосредоточен в Северной Африке. Так, эти тут. Ты что? Давай. Ты. То мятежники Пуна, да? Наемное убийство. Ну, по чуть-чуть качаемся. Так, это у нас стоит в Карфаг. Нет, это здесь стоит. А ты где? А, ты идешь. Фракийские мятежники. Эти собаки грабят наш город. Хм. И что мы имеем? 20, да? Так, третий легион стоит в Лилибее. А что в Великой Греции? Ага, тут у нас два легиона стоит в Великой Греции. И один в Афинах, да? Фракийский легион. Антиква. Минервия. В Афинах. Корсиканский. Здесь понтийский идет в Фангорию. Да. Десятый Рапакс. Где он? Вот я не знаю. Вот это вот. Элгива. Это у нас Гарамантида, да? Давайте-ка мы сейчас дипломатию вагуем. Гарамантида. Before you say anything, know that I have an amulet against the evil eye. Dark sorcery will gain you naught. Не могу я им области, да, да? С Вифинией воюем. Зачем? Ария. Давайте мир. Нет. Анарты. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak. Короче, никто не хочет, да? Я вот не знаю, нужен мне этот город, не нужен. Это кто такие? Африканские мятежники. Я не хочу эту Северную Африку брать. На Самоны. 44. Вот к Насамонам я бы сходил.
просто сношу это тоже. Идите вы все лесом. Он мне не нужен. Город. Так, что можешь делать ты? Управление. А ты уже что делаешь? Контрразведка. Идем к Насамонам. Так. 11 легион. Давай в Рим. Не понимаю, как это достичь. Вот этого, что это такое строится? Цирк. Это уже просто утомило, честно говоря. Пятый ранг. Что ты можешь? Так, это что, рвение, бонус к натиску. Выстрелы в минуту. Так, что у нас там в Империуме слышно? Еще два флота и один. Так, это кто такие? Киренайка, рабы. Так, что по строительству посмотрим. Анкира. Здесь то же самое, да? Что строится? Циркус Максимус. А тут у нас строится Колизей. Так, ну что, конец хода. Опять, наверное, бунты будут. Тем легионом, что я вывел с того города. Как он? Забыл уже, как называется. Пойду сейчас на Самоном насую. Может, я их сделаю вассалами. Рим теперь буду
выпускать, наверное, чуть пореже. Возможно, это вот эту кампанию за Рим вообще отложу в сторону и займемся Цезарь в Галлии. Доигрывать будем, но так, постольку поскольку. В конце марта выходит Age of Wonders 3. В конце марта выходит В тылу врага Штурм 2. Будет что делать. Наконец-то я закончил прохождение Company of Heroes 2. Это вы посмотрите завтра, 28-го. Да, будет завтра. Что? На меня напали рабы. 45 человек. Вот аммоний, по-моему, да? Это кто такие? Почему я? Они все на Аполлонию. Африканские мятежники. Может быть, сейчас их захватит. Так, одну секундочку. Небольшой отошел чуть-чуть. Поселение потеряно. Эллада. Великая Греция. Опять, да? На убийство. Это кто такие? Спарта. Портава. Спасение рабов. Дальше. Несчастное население в Италии. Финия, Понт, Галатия, ужас. Македония, Египет. Увлечено Корсика, Сардиния. Это Гетулы. Иберийское море. Тайный агент раскрыт. Где? В Африке? Тут у меня есть хоть кто-то? На Самоны. Так, давай. What do you wish of me? Это кто? Вифиния? Конкири идут?
Или стоят. Наемное убийство. 49. Запугивание. Давай. Прокачался. Манипуляция, убийство. Давай вот это пусть будет лучше, общественный порядок. Так. Что тут? Стоимость общественный порядок плюс 4, хорошо. Так, ты в обычный режим переходи. И это восстание мы сейчас подавим. Убежал? Недалеко. Всех убить. Через Пульпудеву идем назад. Так. Это кто? Аксун. Да, они пришли захватывать тут город. Финах. Опять будет бунт какой-то. Ты кто такой? Германтида. Диверсия. Искушение. А что-то не могу. Хитрость плюс 3. Давай. Сделаем отравительницу. My wits and words are yours. How can I serve Rome? Мятежники пуны. Разлад. Что тут у них по культуре? Культурная пропаганда. Качаются сплошные агенты. Что это? Ой. Давайте это. Ту-ту-ту-ту.
Чекпоинт. Везде, везде. Что мы исследуем-то? Устный контракт. Это... Доход, утверждение культуры. I live to serve Rome. Так. Давай-ка ты, блин, шуруй, дядя. Ну, конечно. Сюда вот. Так, эти практически закончили уже. Да не помню, куда отправлял их всех. Ольвия. Мятежные кочевники. И опять перецикивает. Опять бунт. А ну да. Фидели, что это? Ой. Он еще тонул. Что там у него? 5 уровня. Ну давай в ЕДР. Почему-то вот непонятно. Только что было плюс 20. Так, кельтские мятежники. Сейчас их тут пощимим. Что, очередной конец хода? Стрелков. Одно? Надо же. Это кто? Это... Иерусалим? Офигеть! Как это? Как это не сразу? Второй легион создали. Ну что, сейчас будем в Иерусалиме в Александрии набирать еще. Это кто? А, это рабы.
Рабов подавили. Восстание. Уже как-то утратила новизну эта игра. Почему? Уничтожена. Ну что ж, Александрия под угрозой. И мы набираем. Юниев, Корнелиев, 3-4, 3-3. Собрать армию. И в город. Наемник есть? Есть. Так. Одну претерианскую конницу. Две конницы легиона. Гвардия. Три. Когорта орла, когорта эвокатов. Все. Пытка манипуляции. Что, что, что? А где он? Рогопунтизиум. Мятежники латины. Где орел? Где орел? Так. Строительство, усадьба.
Ветеран. Что тут у нас с общественным порядком? Африканские мятежники. Угу. Так, а что тут происходит? Гетулы, да? Ну-ка, карту мне покажите. Гетулы. А где Насамоны? Насамона все уже? Насамоны все так. Благосостояние такое себе. Порядка нет вообще нигде. Египет плюс-минус, Македония. Смысл сюда идти тогда? Смысла нет. Смысл есть. Куда же отправиться? Есть смысл отправиться назад в Египет. Или на север. В Египет нет. На север. Этот легион пошел. А что у вас случилось такое? Авторитет. Авторитет плюс 3. Где-то есть порядок. Минус 54, вы видели это? Ужас. Так, ну что? Что мы имеем? Мы имеем хоть какое-то веселье. Будем брать Иерусалим. Я так думаю, что увидимся мы это уже. Увидим это все мы, наверное, в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.